военнопленный. В полосатом рванье, на последнем дыханье, умирая, я острою киркой точил непослушный пружинящий камень в Дахау для фашистских могил, для фашистских могил. Я не верил ничуть глупым россказням гадов про победы противника, как бы не так. Я беззубый грыз камень, а труп Сталинграда оживал под прицелами новых атак. Дым клубился над печью, могучий, неробкий. В дымной туче сосед мой по нарам как спас. Он развеялся с ветром, но, может быть, в топке, занимая полнеба, молился за нас. Мне уже не узнать, что советского рая я хлебнул на этапах сибирских дорог. Черным чадом над стелой героем изваян, я из ада Дахау вернуться не смог.